В Якутии набирает ход реализация федеральной программы «Арендное жилье». Стоимость платы на квартиры социальной направленности не превышает 20 тысяч рублей за трехкомнатный вариант. Первые 28 жилых помещений в новом доме по улице Каландрашвили в Якутске уже предоставляются в аренду. 9 из них социальной направленности, остальные коммерческой. Величина арендной платы в обоих случаях ниже среднерыночной. В дальнейшем действие программы распространят на другие районы республики. Осенью планируют начать строительство арендного жилья для медиков.